Армения готова обеспечить связь Азербайджана с Нахчеванской автономной республикой, но для этого необходимо выполнение положений, подписанного главами Армении, Азербайджана и России трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно обращал внимание на тот факт, что в заявлении нет слова о коридоре, связывающем Азербайджан с Нахчеваном. В 9-м пункте заявления речь идет о разблокировании экономических и транспортных инфраструктур в регионе и в данном контексте об установлении транспортной связи между восточной частью Азербайджана и Нахчеваном, заявила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян информагентству Армен Пресс. По ее словам, Армения заинтересована в возможности переправки грузов через территорию Азербайджана в Россию и Иран и в обратном направлении. Заинтересованы также возможностью переправки армянских грузов в Россию посредством автомобильного и железнодорожного транспорта, а в Иран особенно посредством железнодорожного транспорта. И в этом контексте Армения, естественно, готова обеспечить коммуникацию восточной части Азербайджана с Нахчеваном. Тем не менее, полное обсуждение этих вопросов будет трудным без полноценной реализации 8-го пункта заявления, которым предполагается обмен заложниками, пленными, другими удерживаемыми лицами, телами погибших. Армянская сторона считает чрезвычайно важным расширение объема поисково-спасательных работ в зоне боевых действий, сказала Геворкян. Она отметила, что звучащие из Азербайджана заявления по данному вопросу ставят под сомнение готовность Баку выполнять договоренности по трехстороннему заявлению. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.